18 декабря в администрации Гагарского района состоялось вручение юбилейных серебряных монет, специально изготовленных в 20-летие освобождения Гагарского района, семьям погибших. По заказу администрации Гагарского района юбилейные монеты в 10 апсар были изготовлены в Московском монетном дворе. Монеты имеют государственный сертификат. Всего выпущено 500 штук. На одной стороне монеты изображены гора Мамзышха, абхазский воин и карта с планом наступательной операции на Гагру. На второй стороне герб Республики Абхазия. Юбилейные серебряные монеты и благодарственные письма были вручены семьям погибших выходцев Гагарского района. Мы заказали юбилейные монеты, которые были выпущены на Московском монетном дворе. Имеют свой сертификат с эмблемой воина-освободителя Гагарского района. Имеют свой номинал. Мы хотим сегодня в присутствии вас всех вот эти монеты юбилейные вручить в память о наших героях. Знаете, вопрос не в том, что мы сделали, вопрос в том, как мы будем помнить, как мы будем чтить их подвиг. Человек погиб на войне. Он уже герой, и он останется героем во все времена. Мы обязали наше ГРНО, многие это знают, чтобы во всех школах были уголки всех погибших в этой войне. Мы это сделали и будем это настаивать, чтобы в каждой школе это было. Чтобы ежегодно дети, школьники знали, кто сложил голову. Чтобы помнили. И на этом воспитывали наше поколение. На данном мероприятии присутствовали ветераны Отечественной войны народа Абхазии, представители военного комиссариата Гагарского района. В ближайшие дни юбилейные монеты будут вручены семьям погибших за освобождение Гагарского района выходцам из других районов Абхазии. Наш район находился в оккупации около 2 месяцев. Сражаясь за его свободу, сложили головы около 118 воинов. Их имена навсегда останутся в памяти нашего народа. Правительство Абхазии и руководство Гагарского района делают все возможное для оказания помощи и внимания их семьям. Хочу сказать, во-первых, спасибо им, что не забывают нас, что наши дети погибли. Хоть какую-то помощь нам дают. Спасибо за это им всем. Ну, что бы вы хотели пожелать народу Абхазии? Народу Абхазии, чтобы войны не было, чтобы матеря своих детей не теряли, чтобы было мирно все. Сегодня ветераны и инвалиды войны искренне рады, что имена их боевых товарищей не забыты. Для них свято участие во всех мероприятиях, посвященных увековечению памяти друзей. Ну, в первую очередь хотел бы сказать большое спасибо всем нашим родителям за то, что они воспитали таких героев, которые, не щадя своей жизни, защитили нашу республику Абхазию в самый трудный момент и отдали свои жизни. Это дань памяти всем погибшим. Мы сегодня вручили эти медали, чтобы осталась память в семьях. Потому что эти юбилейные медали, они выпущены в ограниченном количестве. И ценность этих медалей очень большая. И я думаю, что сегодня не только эти памятные медали, вот эти доски, которые мы сделали, будут висеть, значит, в каждом доме на входе, допустим, или в домик, где в квартире они жили, потому что люди, которые будут проходить, они будут знать, что в этом доме жил герой, который отдал свою жизнь за Республику Абхазия. И эта память не только в их сердцах, это память в наших сердцах. Мы должны помнить этот подвиг, который совершили наши братья и сестры, потому что если мы не будем их помнить, завтра не будет истории, не будет нашего государства.